Приветствую всех зрителей своего канала. Сегодня хотел бы поговорить на тему ПУ-3, самый дешевый сигнальный пистолет, не требующий лицензии. ПУ-3 – это детище компании А+А Тула. Сразу скажу, что данное устройство не является оружием, продается без лицензии по достижению 18-летнего возраста. У тульской компании имелись пусковые устройства, но все они были не пистолетного типа. Такие как, например, ПУ-1, есть еще ПУ-2, фотографию я прикреплю вот здесь. И, наконец, в 2020 году мы увидели в продаже ПУ-3, пусковое устройство трехзарядное. Тут начинается самое интересное, так как ПУ-3 стал прямым конкурентом знаменитому устройству от НИИПХ «Антидог». Но на секундочку, цена «Антидога» примерно 3400, а ПУ-3, в свою очередь, стоит порядка 1000 рублей. Это на момент записи данного видео. То, что ПУ-3 самый дешевый сигнальный пистолет, это мы с вами уже выяснили. Но так ли он хорош? Давайте разберемся, что мы имеем за эту сумму. ПУ-3 – трехзарядное пусковое устройство, не требующее лицензии и не являющееся оружием в первую очередь. Предназначено для запуска сигнальных ракет, а конкретно сигнала охотника, светошумовых резьбовых патронов типа «Гром» и резьбовых БАМов. Перцовых. Устройство имеет 3 байка, как вы видите, и все это дело фиксируется проволочным предохранителем. Взводится устройство таким вот образом и фиксируется вот таким вот образом предохранителем. Спуск производится путем опускания ударников вниз. К большому сожалению, предохранитель переставить нельзя, а вот байки перекрутить можно на другую сторону. Как ранее предполагалось, для левшей, но без возможности переставить предохранитель. Немного позже выяснилось, что у производителя имеется в продаже устройство для левшей, и ничего колхозить с этим устройством уже не нужно, по сути. Но у пуза есть свои недостатки. Для кого-то это будет не критично, конечно, но все же. Первое – это форм-фактор устройства. Оно неудобно лежит в руке из-за короткой рукояти, что мы прекрасно с вами видим. Второе – обоймы выполнены из пластика не очень хорошего качества. И так как мы пользуемся резьбовыми патронами для данного устройства, то очень часто происходит срыв резьбы, из-за чего обойма приходит в негодность. Сейчас попробую продемонстрировать резьбу, если видно. Она там, естественно, пластиковая. На том же форуме на Ганзе было написано, что отличным вариантом было бы доработать данную обойму, хотя бы вставить сюда металлические втулочки. То есть, чтобы резьба вкручивалась в металл, соответственно. Скажу так, отстрелял я с этого устройства где-то по пачке гром, ну, пачку грома, пачку сигнала охотника. Срыва пока не было, но уже много-много отзывов в интернете, что реально срывает резьбу. У меня пока все в порядке. Единственное, на какой-то одной из обоим резьбовой патрон очень плохо вкручивается, встает немного наискосок. Вот. Либо это заводской брак, потому что я не заметил, то ли это после отстрела произошло, но в любом случае это уже неприятно. И тут совет разработчикам, хоть иногда читать форум guns.ru, там у людей куча просто полезных доработок к устройствам, не только к этому, но и к другим остальным. Вот. Люди делятся опытом, потому что разработчики, вы не можете протестировать до конца свое изделие, а люди испытывают эти устройства, то есть в повседневной жизни. Вот, и у них как бы больше представлений и опыта о данных устройствах. Поэтому совет мой, прислушивайтесь к народу. Я уверен, вы много полезного узнаете о своих же устройствах. Если примете к сведению, то у вас будет целая куча информации, как можно доработать, а может в дальнейшем и выпустить на основании советов тех же пользователей какое-то более интересное устройство. Вот, потому что люди ждут, интересуются, им нравится данное устройство, почему бы нет.
Да, кстати, кто еще не подписан на группу ВКонтакте, переходите по ссылочке в описании к видео и подписывайтесь. Там много нужной и интересной информации о устройствах, о новинках. Также мы общаемся с людьми на тему о каких-то возникших проблемах с устройствами, где мы сможем все сесть и разобраться и подсказать какие-то решения вопросов. Опять же, третий, я считаю, недостаток – это то, что обойма вставляется в заведенное устройство, что абсолютно небезопасно, плюс громоздко. Да что уж там говорить, и хранить устройство заведенным не советуют, так как пружины у СМа растягиваются. Сейчас я продемонстрирую, как это все выглядит. У меня есть стреляные резьбовые патроны. Сейчас я продемонстрирую, как это все выглядит вживую. Вот так накручивается. Да, еще один нюанс заметил, что из-за того, что пластиковая резьба, вот, можно патрон перетянуть. Соответственно, руками в легкую сорвать эту резьбу. Вот о чем я и говорил. Видимо, попалась мне та. Если видно на видео, одна немного кривовато встает. Ее приходится либо подлавливать здесь момент, когда она схватится. Видите, не входит. О, пошла. Мы не вставим в устройство обойму, пока оно не взведено. Я считаю, это недопустимо. Итак, взводим устройство. Ставим на предохранитель. И только после этого мы можем вставлять обойму. По мне, так оно получается достаточно громоздким. А теперь, дамы и господа, вопрос. Стоит ли своих денег данное устройство? Или же проще взять тот же ПУ-2, который намного практичнее и удобнее. Или взять антидок за 3500. Решать, конечно, вам. А я для себя вывод уже сделал, что данное устройство у меня будет только для коллекции. И не более того. А теперь самый-самый жирный-жирный минус. Это что боек устройства, установленный на предохранитель, может сорваться. Поэтому данное устройство небезопасно к переноске в снаряженном состоянии. И посмотрите, фото, которое я сейчас прикреплю, каких размеров устройство со снаряженными перцовыми баллонами. Обрез, короче говоря. Ссылочку на тесты данного устройства я оставлю в правом углу. А я думаю, помог вам сделать выбор и определиться, нужно ли оно вам. На этом будем заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свое мнение по данному устройству в комментариях. Берегите себя и своих близких. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.